Я только пришла из школы, но мы, короче, после школы еще ездили там с некоторыми из нашего класса, с учителем, в Петушки, соседний город. Вот мы там будем делать работу, нам надо было съездить за информацией. Вот. Сейчас только приехала. Покушаю. И пойду к бабушке. Нам сегодня ничего не задали, а еще нас... На чем я остановилась? Мы собирали информацию. А, во. Про что хотел рассказать? А, про школу. То, что сегодня ночью была метель, и из-за этого, ну, прям очень сильно замело все. И из-за этого администрация школы сказала, что, типа, по желанию можете, кто хочет приезжать, приезжайте, потому что дороги занесены, еще было неизвестно, проедет автобус или нет. Вот. Поэтому у нас в школе сегодня было не больше 50 человек, может, даже меньше, около 30, потому что у нас в классе было 5 человек, в каком-то классе было 2 человека. Тоже, поэтому вот так вот еще. А мы с Варей наконец-то пришли на каток, потому что после Нового года мы еще ни разу не были на катке. Вот. Сейчас будем кататься. Shifting to the beat, and I watch your body move, and I'm melting from the heat. And I feel your body close, we're shifting to the beat. Oh. So Mr. DJ, please don't stop, just keep us moving till we drop. Yeah, Mr. DJ, please don't stop the song. Soda, hot like an nova, bright like a summer sky. And cool like a soda, hot like an nova, bright like a summer mountain. Turn the wind to the wind. And I feel we're getting close, are you striking off the beat? When I came here I was empty, I'm feeling incomplete. And I feel we're getting close, every striking of the beat. Oh. So Mr. DJ, please don't stop, just keep us moving till we drop. Yeah, Mr. DJ, please don't stop the song. Cool like a soda, hot like a nova, bright like summer sky. Cool like a soda, hot like a nova, bright like a summer mountain. Turn the wind to the waves. Hope it's going so fast. I hope this long night can just last. Hope it's going so fast. Это у меня шок. Я только что ходила в магазин. И, в общем, я купила чай. И мне сдачу, знаете, какую дали? Сейчас покажу. Я просто в шоке. Вот такие вот бумажные деньги. Десятки. Бумажные. Ой, это мелочь. В общем, вот. Бумажные десятки. Сдачу дали бумажными десятками. Представляете? Я такие десятки уже давно-давно не видела. Это новые стали выпускать. Вот. Очень давно уже не видел таких десяток. Их опять начали выпускать по ходу вместо монет. Вот так вот. У меня просто дома, мне папа показал, дал пятерку. Ну, такую тоже бумажную пятерку. Но я не думала, что десятки станут выпускать. Бумажками десятки. Зачем, спрашивается? Не понимаю. Просто лютый шок. А мы сегодня с Варей опять катались. Только вернулись. Я пока иду в магазин. Мы катались сегодня на коньках 2 часа. С половины четвертого где-то до половины шестого. Вот. Сейчас схожу в магазин, приду.
Буду делать уроки на завтра, которые не сделала. Вот. Кошка с зелеными глазами. Я уже приехала из школы и сейчас иду подстригаться. Помните, я вам рассказывала, что хочу подстричься? Вот. Сейчас иду подстригаться. Потом домой, уроки. А и к бабушке я тоже опять хотела сходить, но уже другой. Потом покажу вам свой обновленный образ, так сказать. Стрижка у меня закончена. Потом приду домой покажу. А сейчас пока пойду к бабушке. А, вот. Так ты подстриглась? То есть у меня были они меньше где-то вот так вот. Бля. Я так и подстриглась. Всем добрый день, друзья! Как вы поживаете? А у нас сегодня в школе были танцы. Вставлю вам кусочек, фрагмент. Мы танцевали. У нас в школе есть бальные танцы. Там мазурка, вальс, минуэт, полонез, кадриль и так далее. Вот. Одну крутейшую историю. Вот, слушайте. Недавно, может быть, кто знает, кто не знает, у Нины Тарасовой, это кондитер, она известна по всей России, вот в мире кондитерки, и у нее был день рождения, где-то в 20-х числах, вот. И она разыгрывала в своем видео на Ютубе в честь дня рождения книги ее, которые она писала, там рецепты, вот. И было какое задание? Написать под видео, какие десерты мы готовим на свои праздники, вот, допустим, я или, семья. Потом, какие у нас семейные рецепты, которые вот из поколения в поколение передаются, и которые мы все вместе готовим. И, значит, я написала, и все. Ну, и как, не то чтобы забыла, просто написала, и все. Вот. На следующий день мне приходит ответ на мой комментарий, вот этот, который написала я. Нина Тарасова просит, чтобы я ей скинула свой телеграм, чтобы она могла мне написать. Я скинула, проходит день, два, я думаю, что-то... В общем, наверное, он не дошел, так как комментариев-то много, вот. И под свежим постом, где она в телеграме выложила у себя на канале, я написала, что так-то, так-то, я Оля, которую вы просили написать, вот. И она мне пишет, говорит, что очень рада, что я окликнулась, вот все. И спрашивает, куда отправить, как вы думаете, что? Конечно же, книгу. Я ей говорю адрес, все. И сегодня она приехала. Представляете? И знаете, в чем еще фишка? Она с автографом от самой Нины Тарасовой. Мне приехала книга от самой Нины Тарасовой. Представляете? А если еще учесть то, что я повернута на кондитерке, то это прям вот для меня, не знаю, такое грандиозное масштабное событие. Просто, знаете, хочется, вот смотрю на книгу и улыбаюсь, думаю, я так счастлива. Вот. В общем, когда приду, покажу. Там, в общем, в этой книге рецепты советские, которые там по ГОСТу, и они все очень здоровские. Там даже есть шоколадная колбаса, которая делается из печенья песочного
там масло, какао. Вот. Мы ее делали сами тоже дома, но мы всегда брали покупное печенье. А там прям расписано, как его готовить песочное. Там очень много тех рецептов, которые я вот видела, но, знаете, не то чтобы не хочется делать то, что не проверено, но как-то хочется, чтобы была уверенность, что у тебя получится, что уже кто-то такое готовил, вот. А если готовить по рецепту от самой Нины Тарасовой, то у меня на 100% есть уверенность, что все выйдет. Я не знаю, прям для меня такое масштабное событие, как будто мне сам Акзамов написал. Или там, не знаю, Вашурина, или кто там, Николай Гагарин. Такое прям, вот, не знаю, знаете, просто счастье. Переполнено сердце счастьем. И хочется им поделиться, рассказать всем. Просто хочется говорить, говорить, говорить. А еще у меня есть мечта поступить в университет в Красноярске, в котором как раз-таки преподает эта самая Нина Тарасова. Но вся суть в том, что так как он, этот университет, филиал французского университета, то есть, ну, во Франции есть университет, и у нас в России есть его филиал в Красноярске, то обучение там стоит за один семестр, то есть за полгода, 275 тысяч. То есть в год получается где-то 550. Представляете? Ну, прям у меня мечта такая там учиться. Очень хочу туда поступить, но для этого нужны деньги, а денег нету. Вот так. Что еще сказать? А, ну вот, приду домой, покажу вам книгу. Ждите. Вот та самая книга. «Десерты родом из детства» Нина Тарасова. Вот здесь вот вы можете видеть автограф, подписанный. «Дорогая Ольга, пеки неистово, и пусть всегда у тебя на кухне будет вкусно на радость родным и близким». Нина Тарасова. С автографом. Это я ценю. Ой. «Десерты родом из детства». Вот здесь какое оглавление классное. Можете видеть. Могу вам пролистать сейчас книжку. О. Здесь очень много рецептов различных. Да, кто не знал, вот она маленькая была. Сейчас найду, где. Вот она сама. Нина Тарасова. Ну, и вот так вот выглядит зад. Книги. Ой. Ой. Вот. Вот так вот выглядит книга сзади. Вот. Я очень довольна. Очень рада. Видели бы вы мое лицо, когда я пришла домой и распаковала эту книгу. Я такая довольна была. Просто ходила, обнимала ее. Что еще нужно для счастья? Только книга. Всем доброе утро. А мы сегодня едем в МГУ в Москву. Ну, части класса. И там владимирские школьники едут. Сейчас я иду. На встречу с ними. У нас Макдоналдс встречают. Вот. И потом мы поедем. В МГУ у нас там будет лекции, потом занятия. Вот, в Москве. Я уже приехала из МГУ. Из Москвы. Дошла домой, сейчас иду к бабушке ночевать. Поснимать не получилось, но я накидаю фоток во влог, и вы посмотрите. Всем спокойной ночи, добрых снов, пока!
Thank you.